У Гомельском районе потонул 22-годовый хлопец. Поведомление про здарение поступило выратовальникам у вечера 16 червеня. Коли работники МНС прибыли на озеро у вёсцы Асаўцы, на поверхне воды никого не было. Праз паўгадзіны тело молодого человека достали водолазы. Відавочцы рассказали, что молодый человек потонул у 10 метрах от берега. Попередне установлено, что загинувший отпочивал с компанией. Алкоголь яны не уживали. Трагедия отбылася, коли молодые люди вырашили пераплысти в озеро. Хлопец доплыл до середины водоема и вырашил вернуться назад, але не хапило сил. Вчера в 18:45 поступил звонок на пульт МЧС о том, что в районе деревни Асаўцы на озере тонет человек. В 19:22 водолазами МЧС было поднято тело. Им оказался житель города Гомеля, 22 года. Что в дальнейшем произошло, уточнит следствие. Хотелось бы еще раз обратиться к гражданам нашей республики о том, что температура стоит очень высокая, и если вы погружаетесь в воду, хотя бы предварительно привыкните к воде, окунитесь, не заходя глубоко в воду, потому что возможны спазмы, из-за которых может наступить утопление.